Реджеп Таип Эрдоган с супругой Эмине в понедельник приехали в Киев. Президента Турции и первую леди встречали украинский лидер Петр Порошенко вместе с женой Мариной. Переговоры глав государств длились 3 часа и показали, по словам Порошенко, что стратегическое партнерство стран находится на очень высоком уровне. По итогам встречи главы государств подписали ряд соглашений, в том числе о сотрудничестве в сфере образования, оборонной и космической промышленности, а также об экономической защите инвестиций и об отмене двойного налогообложения. Порошенко заявил, что Турция теперь входит в 5 крупнейших торговых партнеров Украины и в 10 главных иностранных инвесторов. Украинский лидер пригласил Анкару стать частью международной группы друзей по деоккупации Крыма, о создании которой он объявил на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Турция не признает присоединение полуострова к России. Эрдоган пообещал не оставить в беде, цитата, «наших братьев крымских татар», которые находятся в заключении в российских тюрьмах. Москва отрицает преследование этнических меньшинств на территории полуострова и утверждает, что все арестованные причастны к экстремистским группировкам. Визит турецкого президента на Украину был приурочен к 25-летию дипломатических отношений между Киевом и Анкарой.